Чувствуете мандраж перед выступлением в гримерной? Сомневаетесь в своих силах? Тема передачи – как включиться, успокоиться и настроиться перед серьезным мероприятием. Приветствую вас на канале Целительского Звука «Мирозвон». Сегодня тема нашего занятия – это снятие напряжения перед мероприятием или каким-то выступлением, ответственным для вас. Как правило, наш мандраж в теле сжимает сосуды, кровообращение нарушается, и мы не можем полноценно, спокойно мыслить и выдавать информацию. Это чувствуется. Публика это чувствует. Да и мы сами это чувствуем. Ничего приятного в этом нету. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и быть развязанным и успешным перед публикой, необходимо снять этот стресс. Для этого мы используем тингша – тарелочки нашего производства по тибетской технологии. Делаются из специального сплава металлов, который выдает очень высокий ультразвук, действующий на нашу нервную систему, как ледяная вода. Это примерно то же самое, что прыгнуть в ледяную реку на несколько секунд или сильно ударить в эти тарелочки. Для нашей нервной системы эффект будет один и тот же. Мы чувствуем резкий шок, который очень сильно сужает сосуды и в течение минуты разжимает их полностью, настолько, насколько это для вас возможно. Сердце расслабляется, нервная система расслабляется, мы получаем приток крови в мозг и начинаем мыслить более ясно, трезво и комфортно. Теперь техника. Технику может выполнить даже ребенок. Кстати, если ребенку в руки попадают эти тарелочки, очень трудно будет потом у него их забрать, потому что он чувствует, насколько они действуют на его нервную систему и насколько это эффективно возвращает его в его радостное естественное состояние. Мы берем их таким образом, чтобы минимально соприкасаться с железом, и крепко держим за ниточки. Поворачиваем тарелочки вверх, подводим к голове, закрываем глаза и, как бы неожиданно для самих себя, ударяем. Звук будет довольно неприятный. Резкий высокий звук. Будет ощущение, что кто-то щекочет, как муравьи ползают у вас внутри головы. Идет массаж сосудов. Все это будет происходить всего лишь несколько секунд. После этого нужно полностью расслабиться, выдохнуть, задержать дыхание и подождать. На задержке дыхания сосуды расширятся, сердце расслабится, и вы почувствуете покой, легкое погружение. Повторить нужно 2-3 раза. Если выступление очень серьезное и у вас очень высокая степень ответственности, вам нужно выдать какую-то информацию перед большой публикой, или выступить, или в фильме сняться, какой-то ответственный кадр, можно сделать больше, можно 5-7 раз сделать, но не более 5 минут. 5 минут для того, чтобы настроиться и эффективно выглядеть и круто выступить, это немного времени. Итак, повторим. Подводим тарелочки к голове, закрываем глаза и, как бы неожиданно для самих себя, ударяем довольно сильно. После звука выдыхаем, задерживаем дыхание и полностью расслабляемся. Спасибо за внимание. Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Продолжаем занятия с целительским звуком.